Бутерброды в стаканчиках, в хлебе. Нарезаем колбасу, соленый огурец, смешиваем в миске с сыром, зеленью, томатами и майонезом. Затем подготавливаем багет, отрезаем горбушку, вынимаем сердцевинку и фаршируем начинкой. Оставляем чуть-чуть места для яйца. По перепелиному яичку и отправляем в духовку. На 10 минут, 180 градусов, завтрак, сумасшедший, вкусный и красивый, модный, готов. Приятного аппетита!